Я хочу сказать в продолжении этой дискуссии, что, конечно, Конгресс не должен становиться молотком в чьих-то политических руках. Конечно, Конгресс является площадкой, которая объединяет гражданские, правозащитные и политические организации. Я могу сказать, что другой такой площадки нет. И очень важно эту площадку сохранить. Но также я считаю важным, чтобы люди, которые занимаются политикой, люди, которые являются членами партии или активистами различных политических организаций, они не должны быть поражены в правах. Они должны иметь такое же право участвовать в Конгрессе, такое же право участвовать в гражданском обществе, как и все остальные. Во многом я считаю, что дискуссия даже уже не имеет смысла. Не имеет смысла, я считаю, что все, кто хотят, могут выдвинуться на горьким, чьи голосование решит, кто должен возглавлять гражданский конгресс. Я считаю, что угрозы превращения гражданского конгресса в инструмент чего-то политического влияния нет. Что же касается о том, будет жить гражданский конгресс или нет, я считаю, что это вопрос обновления, я считаю, что это вопрос поисков новых методов работы. Первое, что было заявлено гражданским конгрессом еще тогда, когда проходил первый гражданский конгресс, это создание общественного телевидения. К сожалению, в этом направлении гражданский конгресс никак не продвинулся. Я считаю, что современные технологии и то, как вообще развивается мир сейчас, позволяет создавать общественное интернет-телевидение, и потребность в этом назрела. Для того, чтобы те люди, у которых есть интерес к гражданской работе, у которых есть интерес к правозащитной деятельности, но которые не могут, не хотят и не будут присоединяться к правозащитным и гражданским движениям в том виде, в котором они есть, могли найти ту или иную форму участия в гражданской правозащитной деятельности. Иногда для этого не обязательно куда-то приходить, иногда для этого можно просто сидеть дома у компьютера, писать какие-то жалобы, заявления, просто отсылать какие-то материалы, в эту информацию, снять репортаж тогда, когда каждый гражданин может становиться корреспондентом и создавать вот некую связь, некую общую медиа, неподконтрольную власти, неподконтрольную деньгам, которая, в общем-то, собственно, создается каждым человеком в отдельности. Я считаю, что правозащитные и гражданские движения, у них есть потребность в том, чтобы принять новых людей. Эти люди появились, они просто пока не приходят в эти организации. Эти свежие силы нам всем очень необходимы. Я хочу сказать, что свежая рыба, она не гниет. Ни с головы, ни с хвоста, она просто не гниет. Поэтому очень важно, чтобы приток этих свежих сил, он все-таки происходил. Спасибо.